Всем привет! Приветствую вас на канале кулинарных рецептов про вкусняшки. Сегодня мы будем готовить простое печенье кофе. Для приготовления простого печенья кофе нам потребуются следующие ингредиенты. 100 грамм сливочного масла, 3/4 стакана сахара, 1 яйцо, 2 грамма растворимого кофе, полстакана измельченных грецких орехов, 3/4 стакана муки, 1/4 чайной ложки соды, уксус. Чтобы приготовить простое печенье кофе, необходимо растереть масло с сахаром, добавить яйцо и снова растереть. Далее добавляем растворимый кофе и орехи. Аккуратно перемешиваем ложкой. Всыпать муку, а на муку вылить гашеную уксусом соду. Еще раз тщательно перемешиваем тесто для нашего простого печенья кофе. На противень, засланный бумагой для выпечки, чайной ложкой выкладываем небольшие порции теста. Выкладывать их лучше подальше друг от друга, так как в процессе выпечки тесто будет растекаться. Выпекать печенье при температуре 180-200 градусов около 10 минут. Когда краешки будут подрумяниваться, можно доставать печенье и сразу снимать с противня. Наше простое печенье кофе готово. Попробуйте приготовить его и вы. Жду ваши отзывы и комментарии. А также пишите, какие рецепты вы хотели бы видеть в следующих видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать еще больше интересных рецептов вкусняшек.